Здравствуйте, друзья. Я хотел вам показать, как цветет лимонное дерево. Свет, вот ты напомни мне, пожалуйста, в Москве в советское время были люди, которые лимоны прямо на окне растили? Или... Ну, это маленькие совсем, это такие вот так, как помидорчики маленькие. Такие. И они вызревали у них? Ну, это они совсем крошечные, там да. 2 сантиметра. Вот скажи, ты выбирала лимон по какому-то принципу? Какой сорт ты взяла? Да, это сорт называется Мейер. Это такие сладенькие. Гибридный, да, гибридный сорт лимона с апельсином. Он немножко слаще, чем лимон, но он тоже довольно-таки кислый. Хотел показать вот лимончик. И он очень устойчивый ко всяким заболеваниям, это неплохой сорт. Да, он весь в цветочках. Надо сказать, что мы его год назад только посадили. И в прошлом году... Он столько цветов не вырос, он еще маленький очень. Ну да, в прошлом году, когда мы его посадили, на нем был уже один лимончик, вот прямо из этого... Ну, где его взяли, как назвать? Нёрсери. Из нёрсери. Вот смотрите, а вот еще один красавец. Красавец. Вот можно раз в неделю снимать динамику, насколько он будет желтеть. А да. Штука эта вся поливается, вот тут вот стоят эти дриперы. Единственное, что меня смущает, что они да. должны под корни дрипать, а они не дрипают. Вот переложи вот этот вот кончик этого самого, чтобы он под корешок лежал. Ну, мы сейчас я камеру уберу, я одной рукой, мне неудобно. Вот они, цветочки. Красивые. Вот. Вот так растет лимонное дерево. Вот здесь она, водичка, вот я вижу. Вот тут. Нет, вот. По-моему, это оно отсюда непонятно, вытекает или втекает. Нужно кончик, с которого вода капает, чтобы оно прямо под ствол. Под корешок. Хорошо. Ага.